В последнее время в бизнесе стали очень популярны кластеры, то есть объединение поставщиков продукции, услуг, складских помещений и прочей инфраструктуры. Все они взаимно дополняют друг друга и усиливают конкурентные преимущества отдельных компаний. Недаром и на последней выставке «Трансроссия» эстонские компании предпочли выступать не поодиночке, а именно кластером. Важнейшей составляющей такого кластера являются склады, поскольку при транзите должна быть возможность хранения грузов с тем, чтобы позднее их могли забрать получатели. Те, кто ездит по Петербургскому шоссе, наверняка заметили много новых международных логистических центров для хозяйственных товаров, обуви, деталей машин и сельхозтехники. То, что сегодня было официально открыто в ЛО, это не обычное складское помещение в старом понимании этого слова. Тут умеют делать все. Это и таможенный склад, и таможенный терминал. Здесь могут укомплектовать товар, произвести его маркировку и сортировку, а при необходимости распределить по нужным направлениям. Но для человека, не связанного с логистикой, это прежде всего 80 новых рабочих мест. А в будущем, возможно, и больше, что важно и для Лосномяя, и для пригородной зоны. Сегодня мы встречаемся с нашими партнерами из стран Скандинавии и Эстонии. Работаем мы на эстонском рынке уже 10 лет. С того момента, как мы поняли, что Эстония станет частью Европейского Союза. Когда мы только здесь начинали, это был в основном ручной труд. Сейчас мы интегрируемся в новые виды услуг, массово используем новые IT-ресурсы, что позволяет нам быть ближе к нашим клиентам. Разумеется, важно и то, что комплекс расположен в непосредственной близости от Таллинской окружной дороги и Питерского шоссе. А значит, доставлять сюда товар из Европы или России будет удобно, а также удобно его отправлять в сторону российской и эстонской границы или порта, или на железную дорогу. Недаром центру и его складам присвоен класс А, что означает универсальность и мобильность. А 17 погрузочных рам позволяют принимать любые крупногабаритные грузы. Так что сегодня был сделан еще один шаг в движении Эстонии к стране, известной универсальными транзитными возможностями. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.